На улице отличная погода, если не считать снега, ветра и грязи под ногами. Но не спешите снова доставать пуховики. Синоптики обещают нам потепление. 12 апреля в Сарове будет ясно, утром плюс 5, днем плюс 7, ночью до минус 2. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде утром плюс 5, днем плюс 7, ночью минус 2. Ясно. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. В столице солнечно. Утром плюс 5, днем воздух прогреется до плюс 8, ночью минус 1. Давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.